В Иркутской области стартовали выборы депутатов законодательного собрания 4-го созыва. Сегодня с 8:00 в регионе открылись 1875 избирательных участков. В бюллетени по областному округу включены представители от 7 избирательных объединений. В 22 одномандатных округах в кампании участвуют 130 кандидатов. На территории Усть-Илимска сформированы 40 избирательных участков. С их списком можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Единый день голосования». Избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8 до 22:00. Каждый избиратель получит по 2 бюллетеня. В одном можно будет проголосовать за конкретного кандидата, во втором – за партию, которая будет представлять жителей нашего города и района в региональном парламенте. Не оставайтесь в стороне. Обязательно участвуйте в выборах. От каждого голоса зависит, кто будет отстаивать наши интересы. Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего жителя Усть-Илимска, которого обвиняли в двойном убийстве. Мужчину судили уже во второй раз. В первый облсуд вынес оправдательный приговор, однако апелляционная инстанция вернула уголовное дело на новое рассмотрение. Напомним, трагедия на реке Каменка разыгралась 30 июля 2020 года. Трое мужчин отправились на рыбалку. Они разбили лагерь на берегу реки, выпили спиртное, и между ними возник конфликт. В итоге он закончился поножовщиной. О происшествии в полицию сообщил приятель одного из потерпевших, которому тот позвонил, истекая кровью. Прибыв на место, полицейские обнаружили два трупа и мужчину, который стал главным подозреваемым по делу. Изначально суд оправдал обвиняемого, посчитав, что его вина не доказана. После апелляционной жалобы прокурора и родственников убитых, пятый апелляционный суд в Новосибирске пришел к выводу, что при вынесении приговора не были учтены в полном объеме все важные обстоятельства и отправил дело на новое рассмотрение в Иркутский областной суд. 4 сентября обвиняемого признали виновным в двойном убийстве и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Глава Приангарии Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому утвержден порядок освобождения военнослужащих и членов их семей от уплаты пени в случае просрочки платежей за коммунальные услуги и взносов на капремонт. Документ вступит в силу через 10 дней. Ранее действовал указ губернатора, который освобождал от уплаты пени военнослужащих, заключивших контракт во время мобилизации. Однако теперь федеральный закон распространяет эту меру поддержки на различные категории участников СВО. Освобождение от пеней распространяется только на одно жилое помещение по выбору. Чтобы получить меру поддержки, необходимо обратиться с составленным в свободной форме заявлением в организации, получающей плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взносы на капремонт общего имущества в МКД. Тем, кто уже получил эту меру поддержки в соответствии с предыдущим указом, не нужно подавать повторные документы. Вопрос будет решен автоматически. В первые сутки после обнаружения в пожароопасном сезоне 2023 года в Иркутской области ликвидировано 84,6% лесных пожаров. Больше половины из них в день обнаружения. Об этом сообщил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Государственного лесного фонда в Приангарье было зарегистрировано 386 пожаров. Это почти в два раза меньше, чем на эту же дату прошлого года. Тогда было зарегистрировано 716 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, сократилась в 16 раз. На текущий момент действующих лесных пожаров в регионе нет. Во Всероссийский день трезвости 11 сентября в Иркутской области вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Он будет действовать с 8 до 23:00. Запрет не распространяется на объекты общественного питания. В этот день служба потребительского рынка и лицензирования будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкоголя, включая пиво и пивные напитки, по телефонам горячей линии 8 395 2 34 25 48, 8 950 072 30 50. Информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования. Продажа алкогольной продукции вне запретов является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией товара. Голосование за подключение сел и деревень Иркутской области к мобильной связи и интернету находится на завершающем этапе. Оно продлится до 10 сентября включительно на портале госуслуг. У жителей региона есть время принять участие в голосовании и тем самым приблизить появление связи в отдаленных и малых территориях. Добавим, что всего в списке представлено 370 сел и деревень. Отобраны будут 24 населенных пункта. В Усть-Илимском районе голосуют за поселок Подъеланка. Победители станут известны в декабре. На лидирующих территориях в следующем году установят вышки сотовой связи. В настоящее время за те или иные населенные пункты Приангарья проголосовало почти 13 тысяч человек. Мероприятие идет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Оно необходимо для того, чтобы определить очередность работ, а в целом связь должна появиться во всех территориях региона.
Картинная галерея обладает богатым фондом живописи, графики. В том числе есть коллекция портретов выдающихся людей, жителей Усть-Илимска. В честь 50-летия города и Дня ветерана труда Иркутской области специалистами музейно-галерейного дела было принято решение создать выставку «Заслуженные имена». Она включает в себя около 30 работ. На холсте запечатлены лица представителей мира науки, культуры, искусства и промышленности. Экспозиция включает в себя портреты тех людей, которые внесли неоценимый вклад в историю нашего города. Это художники, писатели, которые прославляли и прославляют наш город, а также наш край. Также здесь вы увидите портреты строителей, специалистов, руководителей градообразующего предприятия ЛПК. Как известно, наш город – это город сразу трех ударных комсомольских строек. И пик ударной стройки пришелся как раз-таки на 70-е годы прошлого века, когда со всех концов нашей необъятной страны съезжали сюда молодые специалисты, а также из других стран, таких как Венгрия, Болгария, Польша, Германия. И строительство нашего города стало делом всей жизни для этих молодых людей. И сегодня выставка «Заслуженные имена» — это поклон и благодарность тем людям, которые, живя в тех непростых, далеких от комфорта условиях, растили наш город в самом сердце тайги. Своим упорным трудом, своим талантом, своим видением они создали тот самый неповторимый облик нашего города, за что мы его так любим и гордимся им. Основная часть экспонатов была выполнена по заказу с натуры, но некоторые из представленных в экспозиции образов относятся к жанру исторической картины. Живописные портреты горожан – это подлинный документ, в котором каждый художник через образ человека постарался раскрыть не просто его душу, но и передать нам неповторимый дух времени, атмосферу жизни Усть-Илимска и сохранить в вечности имена жителей города, творцов его истории. Мы приглашаем всех жителей, всех гостей нашего города посетить эту выставку и окунуться в уникальную историю нашего города. 10 юных талантов из Иркутской области стали лауреатами общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Ежегодно его проводит Министерство культуры Российской Федерации. В региональном этапе приняло участие более 20 юных музыкантов, вокалистов и художников. В федеральном туре награды завоевали 10 человек из Иркутска, Ангарска и Усть-Илимска. Воспитанник детской школы искусств номер 2 имени Софиуллиной Амин Патлаенко был награжден в номинации «Народные и национальные инструменты». Поздравляем! 16 сентября в правобережной части города Усть-Илимска на шоссе имени Бусыгина проведут Всероссийский день бега «Кросс-нации». Принять участие в соревнованиях могут все желающие, которые не имеют медицинских противопоказаний. Организатором соревнований традиционно выступает дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска, Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. С 10 до 11 часов у стелы филиала группы «Илим» участники пройдут регистрацию. Затем на автобусах их доставят к дистанциям 1, 2, 3 и 5 километров. Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются на электронный адрес gtoui@sobakamail.ru в срок до 14 сентября. Также оригиналы заявок принимает судейская коллегия на месте в день проведения соревнований. Каждый участник должен иметь при себе копию документа, удостоверяющего личность. Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Кроме того, 16 сентября свой профессиональный праздник отметят работники леса. С 11 до 15 часов у стелы ЛПК пройдет выставка лесозаготовительной техники и блиц-турнир профессионалов лесозаготовки и дорожного строительства. В 15 часов всех ждут на площади ДК «Дружба». Там пройдет большой городской праздник, танцевальный флешмоб. Будут работать аттракционы, творческие мастерские, конкурсы для детей и взрослых. В 17:30 там же состоится концерт местной кавер-группы «Кумир». В 18:30 выступит звезда Таисия Повалий. Завершатся мероприятия в 19:30 праздничным салютом. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».